Передача, пустые ворота. Спальковский! И шайба в сетке ворот 3-1. Все-таки она заходит, это неудивительно, но это было логично, потому что мы видели, что СКА прибавил скорости. А куда делась скорость у «Спартака»? Где-то даже началась какая-то перестраховка, в общем и целом. Если честно, вот примерно похожий момент был у Гусева в первом периоде, когда Данск уже был в очень плохой позиции. И когда он слабо видел вообще, куда пойдет бросок. В общем, он к нему был не готов. А она вообще низом юркнула. Да, вот прямо по щитке ушла. Так, Гурдасов, по-моему, делал Фальковскому передачу, да? И Никишин со знаком плюс выступил, обыграл, а потом со знаком минус. Его передача-то как раз была и перехвачена игроками соперника. Фальковский себя проявляет как снайпер.